Надо их развязать. Я тогда также такие же новые положу. Наоборот. С легкой руки жителя поселка Горняк Евгения Луначева на детской площадке появилась песочница и красочный набор игрушек. Мужчина живет недалеко отсюда и давно заметил, что здесь не хватает развлечений для ребятишек. Проезжал мимо, смотрю, играет ребенок в песке, только песка-то там нету, обратил внимание. Вот, решил привезти песок, игрушки, привез. Это уже вторая партия фигурок для детворы. Ее появление для местной жительницы Марины Корневой стало приятным и неожиданным сюрпризом. Ведь она приходит сюда каждый день вместе с сыном Ваней. Часто приходим на площадку. Вот заметили, что появляются игрушки. Очень приятно, конечно, что у нас в поселке есть такие люди активные. Детям есть чем поиграть. У кого-то нет возможности принести свои игрушки. Вот приходят, играют. Были приятно удивлены. Приходим со своими. Сегодня вот не взяли, а тут сюрприз. Виталий Борисов с сыном Сашей не менее частые гости площадки. И поступок Евгения Луначева воодушевляет их делать такие же добрые дела. Тут и песок, и привезли, и игрушки привезли. А вы бы сами хотели сюда что-то принести тоже в дар? Конечно, принесем. Сделаем в игрушках, да, сынок? Да. И принесем что-нибудь сюда, угу. Конечно. Евгений планирует и дальше продолжать радовать местную детвору сюрпризами. Хотя принести на площадку новые игрушки под силу любому желающему.